Всем привет, дорогие зрители. Махмуд Лари нашел очень хорошую пятикомнатную квартиру, 4 плюс 1 дуплекс на 11 этаже проекта. Проект был сдан в 2010 году. Она продается, квартира эта пустая. В квартире присутствует сауна. Отсниму всю инфраструктуру проекта, а потом поднимусь на 11 этаж этого проекта. Значит, дорогие зрители, тут открытая такая парковка личная у этой резиденции, там ворота. Здесь улица Барбаросса. Вот, дорогие зрители, вот улица Барбаросса. Рядом присутствует вся инфраструктура, вторичный рынок и тому подобное. Вот это наше здание. У нас бассейн находится в той стороне, там также есть ворота. Тут также парковка для велосипедов и мотоциклов. Вот такой вот здесь вход. Здесь подземный проход к бассейну. Здесь душевые кабинки. Такие вот лесенки. И вот наш просторно ухоженный сад. Такой и бассейн, просторный бассейн. Также есть детский бассейн. А здесь тоже озелененное здание, очень красиво. Так. Все, теперь поднимемся мы в квартиру. Так, здесь вот такой коридор, и присутствует два лифта. Вызовем лифт. Вот такой лифт, вместимый 4 человека. Квартира находится на 10 этаже по турецким меркам, 11 этаж по российским меркам. Поднимемся. Поднялись мы на 10 этаж. Вот такая лестничная площадка у нас с освещением. И наша квартира находится в этой стороне. Так, вот такие двери тут. И вот наша квартира. Полно отремонтирована. Полностью. Вот такое освещение. Такая вот прихожая. Значит, начнем с левой стороны. Левее у нас первый санузел. Такое голубое освещение. Качественный стройматериал использованный в квартире. Так. Здесь у нас хозяйская спальня первого этажа. Квартира находится на 10-11 этаже. Двухуровневая. Вот это тоже санузел этой комнаты. Угу. Тоже вот такое освещение. Выйдем на балкон. Ох, дорогие зрители, вот такой вид с балкона. Это у нас облака, так как пожар в лесах Анавгата. Душа горит, душа болит, все. Не могу много разговаривать об этом. Иншаллах, дай Бог, все потушит. Вот такой балкон. Подожгли. Значит, здесь у нас гостиная комната. Такая просторная. В квартире присутствует кондиционер. Demir Döküm фирма, инверторная. Вот такая у нас гостиная, совмещенная с кухней. Очень просторная гостиная комната. Вот, дорогие зрители, даже лестница у нас освещена. Есть подлестничная система, можете как-то использовать или вообще
сделать кладовку, там мебель вот такую специально интересную, шкафчик она вот так открываете, сюда холодильник устанавливается. Хочу посмотреть материал. Все с доводчиками вроде. Голубое освещение, мрамор, стал лестница у нас. Вот, дорогие зрители, очень важно, вид на море. Дамы, которые будут здесь готовить, будут наслаждаться видом на море. Также вид на горы. Все, выйдем на балкон 10 этажа. Вот такой балкон просторный. Вот такая интересная тут керамика установлена. Вот вид с этого балкона. Сами оцените, много не люблю говорить. Улица Барбаросса. Так, ну, здесь строится один хороший проект, тоже Енисей строит. Кому интересно, обращайтесь, поможем с выбором недвижимости. Также на котловане от других застройщиков. Я работал так, как микрозастройщик, у меня есть очень хорошие скидки. Помогу, чем могу. Рассрочку, беспроцентная и тому подобное. Как-нибудь отсниму ролики у застройщиков. Так, вот есть лестничная площадка, она просторная, не маленькая. Вот я поднимаюсь, где-то 1 м 10 см. Вот у нас прихожая часть 2-го этажа. Присутствует также мини-кухня. Это очень важно, потому что на верхнем этаже у нас терраса. Так, вот такая здесь просторная прихожая 2-го этажа. Здесь у нас санузел. Такой санузел. Здесь у нас, дорогие зрители, сауна. Не выходя из дома никуда. Парься, кайфуй. И иди, лежи на террасе, наблюдай за этими панорамными видами. Так, вот здесь у нас просторная спальня. Также присутствует кондиционер. Такое круглое окошко здесь оставили, чтобы вот лежали тут на кровати и смотрели на горы. Выйдем мы на террасу с этой стороны. Вот такая терраса. Север, северо-восточная часть. Вот, дорогие, такие виды тут. Выйдем туда. И плюс здесь освещение на балконе желтое. По вечерам очень красиво. Пройдемся. Хочу показать строительные материалы проекта. Кухоньку вы уже увидели маленькую. Здесь, значит, у нас еще одна спальня. Не маленькая и небольшая. Где-то 8-9 квадратных метров комнатка, может быть 10. Отсюда также есть выход на эту террасу. И также вот здесь спальня. То же самое, 10 квадратных метров, 9-10. Вот это метр, кажется, да. Плита, одна плита, метр. 1 метр, 2 метра, 3 метра с половиной. Метр, 2,5, да, 2,5 на 3,5, где-то 9-10-11, может. Вот здесь у нас выход на террасу. Ох, хорошо. Вот такой просторный балкон начинается с этой стороны. Вот такой вид на море, на горы. Сами оцените, дорогие зрители. Очень просторный балкон, то есть терраса. Можно бассейн поставить, можно себе деревья там такие вот их посадить.
как бы закрыть даже можно навес, ну, на любителя, кто как желает. Вот такая красота тут. И с этой стороны снимем, давайте, наверное, так, или вот. Хочу подвести итог о этой квартире, дорогие зрители. Квартира, северо-восточная сторона, 4 плюс 1, 240 квадратных метров, пятикомнатная, находится на 10-11 этаже этого проекта. Присутствует открытая парковка, бассейн и все. Из инфраструктуры только это. Находится на улице Барбаросса, до моря максимум 70 метров. Продается она вот в таком виде, кондиционеры тоже присутствуют в квартире. Нужно купить, обставить, обойдется где-то 5000-10 тысяч евро, чтобы обставить эту квартиру. Виды вы уже увидели, цена этой квартиры, дорогие зрители, 160 тысяч евро. Будет скидка. Обращайтесь, помогу, чем смогу. С вами был Агаси из Солнечной Алании, то есть мистер Агаси со шляпой, потому что стиль поменял. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались. Комментируйте. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, у нас там много выбора. Поможем, чем можем. Также у меня есть квартира от застройщиков на стадии строительства, надежные. У меня есть очень хорошие скидки от этих надежных застройщиков. Обращайтесь, помогу, чем смогу. Все. Всем желаю счастья, добра, здоровья, побольше позитива в жизни. Не болейте, берегите все себя и своих родных. Всем пока-пока.